Не, ну ладно, что будет сейчас. Я же могу еще создать это. Я поставлю на заряд. ГЗ занимает первая команда. Также вторая команда тоже прыгает на ГЗ, как я и говорил. Изи тоже будет прыгать на центральное здание. Ну что, занимает второй этаж, две команды. Поднимает уже браво оружие. Хайпер уходит на первый этаж. Также уже поднимает QBZ-шку. Шама чекает через окно, пытается чекать уже вторую команду. Вторая команда буквально находится, разделяет их коридор, первую и вторую команду. Бесей уходит на крышу. А где еще наши бойцы? А Дэнни с Андриком. Ну, Дэнни чекает Андрика. Работает по право. Браво очень хорошо задамажен уже. С лестницы пытается чекать. Мультик нокает Бесея. Дэнни чекает Андрика. Вот сейчас заходит Дэнни, Андрика его встречает. Хорошая пошла хаешка от Хайпера. Браво, тоже очень сильно задамаженный. Так, минус Дэнни в команде РЗК. Мультик по мультику проходит неплохой прострел. Хайпер нокает ноунейм. Шама нокает Андрика все-таки. Андрика, Шама надо добирать. Надо пробовать также поднимать ультимейта Хайпера. В это время мультик выходит на улицу, чекает, прикрывает. И остается очень сильная первая команда задамажена. Ноунейм стоит, чекает второй этаж. Браво, сильно задамаженный. Бесей заходит, ноунейм будет спускаться. Пытается открыть лестницу сейчас мультик. В это время он дает возможность поднять своего ультимейта. Выходит, спускается, браво, нокает Хайпера. Также Хайпер уже будет пробовать добирать. Минусует.